Привет всем! Я сегодня покажу разминку плечевого пояса. Был запрос от некоторых моих знакомых, чтобы я записала видео о разминке. Вот. Я наконец-то начинаю потихонечку выкладывать видюшечки и записывать их. Вот. Так что давайте начнем. Когда мы разминаем плечевой пояс, очень важно следить за тем, чтобы плечи оставались на одном уровне, чтобы они не зажимались. Делаем простые наклоны головой, но при этом следим, чтобы у нас не поднималось плечо противоположное. Ну и это тоже не должно тянуться к уху, ухо тянется к плечу. Все движения делаем плавно. Можно периодически делать вдох-выдох, чтобы расслабить мышцы сжатые. Еще раз к правому плечу. И к левому плечу. Теперь наклонили голову, а руку вытянули в диагональ. Проверяйте сами, у кого-то может быть хватит пониже руки, пониже руку сделать, кому-то нужно повыше. Кто-то может еще назад ее отвести. Должно тянуть в бицепсы, в локтевом суставе, ну и, конечно же, шею. Обязательно плечо тянем вниз, локоть выпрямляем с усилием, пальцы остаются длинные, пальцы тянутся к полу. Плавненько голову подняли. И теперь наклоняем в другую сторону и вытягиваем другую руку. Плечо с усилием тянем вниз, локоть вытягиваем, пальцы длинные. Ищите наиболее некомфортное для вас положение, чтобы разминка была максимально эффективной. Теперь ладонь делаем на себя. Еще больше тянет бицепс, еще больше тянет локтевой сустав. И не забывайте то, что плечи у нас не зажимаются. Старайтесь пальцы выпрямлять. Другая сторона. Плечи внизу. Начинаем наклонять сильнее ниже ее, помогаем рукой. И после того, как довели до максимума, толкаем головой руку. То есть мы пытаемся выпрямить голову, но рука не дает. Угу. Следите, чтобы нос смотрел четко прямо, не нарушать ось позвоночника. Не заламывайте голову. Должны работать именно мышцы. Вот здесь вот мышцы должны работать. Шея. И толкаем руку. Теперь делаем повороты. Таким образом прорабатываем уже все мышцы. Шею. Плавно делаем и каждый раз доводим до максимума. Вдоль оси позвоночника это все делаем. Не запрокидываем голову наверх, не наклоняем ее сюда. Теперь ручки делаем в стороны. Очень важно не поднимать плечи. Плечи опустили, локти проверили прямые и сделали пальцы на себе.
себя, ладонь на себя. Не сгибаем пальцы. Опять у нас тянет в плече. Возможно, немножко немеют пальчики. И сгибаем, разгибаем ладонь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь будем крутить ладони. Все это время у нас локти остаются прямые. Плечи все время проверяйте, чтобы они не напрягались. Шея расслабленная, плечи внизу. Теперь согнули локти, проверили, чтобы плечи были параллельно полу. Здесь прямой угол. И прямыми пальцами начинаем работать опять с прямыми пальцами. Сгибаем, разгибаем кисти. Выпрямили руки. Делаем круг от локтя. И выпрямляем руки. Пальцы тянем к полу. Ладонь наружу. Разворачивается. Круг. Выпрямим. Круг. Выпрямим. Плечи внизу, они не должны задираться во время исполнения круга. И теперь всей рукой локти прямые делаем. И можно расслабиться. Вот такая вот маленькая разминочка, ее можно делать каждый день. Посидел, сделал, поработал, размялся. Такая разминка, которая помогает не зажимать плечи, шею, то, что у нас постоянно происходит во время работы. Спасибо, спасибо за внимание. Если вопросы есть, задавайте. Если есть конкретные пожелания, пишите. Я постараюсь учесть все, что вам будет интересно.